один бегать. Получай! Мои прыти! Сейчас прилетим! Стой! Что там? Беги! Что-то интересное? Мой друг, исследование сферы принесло оплоды. Мой друг, при входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у Зеффа. Эй, Цере, что ты любишь вспоминать о Кордове? Голошахматы. Кордова всегда был так занят, что пришлось самой себя обучать. Но на голошахматы время находилось. Кто побеждал? Да по-разному. Наши подходы сильно отличались. Уже празднуешь победу, и вдруг... Вы многому научили друг друга? В каком-то смысле, да.
Я совсем слаб, иди. Тут был Кордова. Он был подавлен вечной войной. Он был убежден, что джедаи заблуждаются, и что его миссия тут гораздо важнее. Скучал по Падавану. Собрали все стимы. Супер. Ха, теперь мне все по плечу.
Отлично. Заперто. Что скажешь? Инструменты Кордовы. Он ждал, что кто-нибудь за ним последует. С помощью BD-1. На Корусант и представил свои открытия совету.
кости. Да, но они очень старые. По ним ничего не поймешь. Древний могильник. Сделаем ставки на то, какие ужасы нас ждут. Еще мертвецы, огромные пауки, цветы-убийцы. Все сразу. Не говори так. Или, может, сброд Гаксиона доберется до нас. Вы что, еще на меня злитесь? На своего Гриза? Злиться не совсем то слово. Но не отрицайте, вы получили острое ощущение. Думаете, в черный список сброда Гаксиона попадают все подряд? Не будь ты таким хорошим пилотом, я бы сама тебя им сдала. Не теряй свои навыки, Гризи. Ты уже не кажешься напуганным. Это потому, что на минуту я забыл, где мы находимся. Но спасибо большое, что напомнил, Кэл. Обращайся. Ну, как ты держишься, вернувшись сюда и вообще?
Думаю, получится. Кэл, я уверен, что все получится. Спасибо. Давай сюда, друг! Это не остановит. Ему крышка. Блокируй это. Быстрый. Эй, можно с ним? Намного лучше.